приветствую вас, представительницы воды, да, королевы кубков, мои дорогие раки, рыбы, скорпионы, мои девчоночки, давайте, поехали смотреть, что у вас будет в 2022 году. Мой раскладик для вас, что новенькое будет, что нужно сделать, как нужно сделать. Сейчас посмотрим, что вас ожидает. Что будет у вас в личной жизни в 2022 году? Что вас ожидает? Ой, девчонки, вы тут натерпелись в этом году с этими тройкой кубков. Вот смотрите, как сильно сегодня у всех идут треугольники. Треугольники, третьи лица, терпите посторонних дам, мам, сестер, да, знакомых и кого угодно. Здесь у нас идет тройка кубков. Натерпелись, конечно, да. Здесь карты семейные, две десятки, девочки, выходят у меня две. Да, то есть карты семейные, очень хочется семейного уюта, очага, тепла. Страшный суд. Про что мне это будет говорить сейчас? Что это мне хотят здесь сказать? Страшный суд, что? Дело выбора вашего, да? Отшельник. Смотрите, боитесь пойти сами, да? Выйти из каких-то отношений, пойти сами с фонариком, да, в эту темную какую-то гущу, лес какой-то новый, да, в котором надо будет снова искать себя, снова искать человека своего. Но бояться не стоит, по умеренности, в принципе, спокойненько двигайтесь вперед, да. Делайте свои выборы, не обманывайте себя, потому что, вот знаете, ждать и ждать и ждать, это такое дело. Что еще идет к вам в 2022 году в личной жизни? Королевы кубков. Однозначно, конечно, я хочу сказать, что вы сейчас то же самое, что было у меня, по-моему, у королев земли, да, что очень тяжело здесь как-то сейчас себя заставить вообще какие-то отношения начать, да. Для начала хотелось бы по Луне отказаться от привязки, да, с теми отношениями, которые сейчас либо закончены, либо сейчас заканчиваются. Если разводитесь, здесь борьба будет за имущество, за финансы, да, за статус, в принципе, даже, да. Вам надоело, на самом деле, здесь уже за все это бороться, это однозначно. Тут очень тяжелые карты падают. А что же все-таки нового придет в вашу новую жизнь? У вас идет, сразу же рассказываю, окончание старых отношений. Это раз. И у вас туз пентаклей, самый натуральный шанс встретить своего любимого человека, девочки. Вот такой вот раскладик у нас сегодня интересный, да, и на дне колоды рыцарь пентаклей. Да, то есть с прошлого мужчина, понятно, да, отъезжает здесь на второй план, а в первую очередь занимаемся новой личной жизнью, построением новых отношений. Очень хорошие карты, кстати. У вас прям хороший расклад, хороший прогноз. Какого мужчину мы ожидаем в 2022 году? Здесь по картам показывают, какой он. Ох, переписка, да, император. А почему здесь дьявол упал? Ну, значит так, мужчина ваш будет любить очень сильно с вами заниматься любовью, потому что вы будете классно совпадать в сексуальном плане. Кого пугает слово секс, девчонки? Ну, тут все взрослые девочки, да, 18+ канал, поэтому, пожалуйста, не бойтесь, да. Ничего такого, это, знаете, никогда не поздно, никому не рано, что называется, да. Как бы на нашем канале тут нету таких, кому рано еще, поэтому, пожалуйста, девочки, король... Император, чуть не это, не оговорочка по Фрейду не произошла, император, девчонки, это, вероятно, ваш будущий муж, который сегодня появился к нам. Я здесь вижу переписки, да, созвоны и тому подобное. Дело в том, что в финансовом плане, может быть, человек не такой уж супер богатый будет, но, во всяком случае, смотрим мы сейчас на вашего будущего партнера. Еще что? Скажут карты.
Скорее всего, и с вашей стороны, и со стороны мужчины будут дети уже. Да, из каждого брака, скорее всего, дети будут. Но здесь отношения, в принципе, строятся будут хорошо. Хоть, может быть, и не сразу. Но мужчину будут вот эти вот факторы смущать, да, как бы, и это будет немножечко на него нахлынывать, да, в плане того, что он будет волноваться по этому поводу. Но это не самая основная проблема в жизни, поэтому это, за это можно не думать пока что. Что вам нужно знать для того, чтобы быть счастливой в 2022 году в плане личной жизни? Так, что здесь? Вам нужно знать, что вы должны сделать выбор, но в этот раз не в сторону мужчины, а в сторону себя. Сказать не ему «да», а себе «да». Понимаете? Потому что в прошлом вы именно так и делали с рыцарем Пентаклей, да? Это прошлое. Мне показывают ваши. И еще что скажут карты? Ну вот смотрите, карта силы. Здесь такое впечатление, что вы в прошлых отношениях очень сильно как-то пытались, знаете, в оборот взять все эти... Мужчина как бы упирался совсем. И в этот раз этого не надо будет делать. Совет от карт для вас, мои хорошие королевы воды. Так. Так. Самое главное понять, что по справедливости вы заслуживаете на отношения честные, потому что отношения, которые были у вас до этого, не совсем честные отношения, да? Отношения, которые на вас отразились очень сильно в эмоциональном, в ментальном плане. Поэтому, девчонки, тут очень важно себя здесь понять, понимаете? Дать себе возможность немножечко быть, скажем так, цельной. То есть не идти на поводу у мужчины постоянно, да, не пытаться все простить, везде быть хорошей очень сильно, да, понятно. Потому что от этого мужчина из такого цельного, классного, ответственного императора у вас превратится в короля кубков, и вы еще одного мужчину как бы сделаете опять, вот все будете молиться на него, гладить шнурки, ни в коем случае этого делать не надо, да. Здесь по справедливости очень достойно себя несите, не преувеличивайте свои возможности, не преуменьшайте, просто будьте очень достойны, да, головушку свою как бы ровненько с землей, вот так параллельно полу держим, не опускаем и не сильно поднимаем, вот понятно, да, как. И троечка пентаклей. Стремимся к семейным отношениям. Очень хорошие карты у вас идут сегодня. Вот такой у меня сегодня был для вас раскладик королевы кубков, королевы воды. Я очень рада была прочитать расклад для вас на картах сегодня. И, пожалуйста, оставайтесь со мной. Увидимся в следующем видео. Всего доброго, до свидания.